На Ольгу Бузову вновь обрушилась волна критики. На этот раз под критику хейтеров попало поведение певицы во время концерта в Череповце. Ролик был опубликован в сети. На записи видно, как во время исполнения песни Бузова падает на сцену. При этом она яростно трясет головой и извивается, крича в микрофон. Публика сравнила такое поведение на сцене с конвульсиями, а пение – завывание. Некоторые даже выказали опасения по поводу здоровья певицы. Сейчас Бузова принимает участие в шоу «Ледниковый период» на Первом канале, где ее партнером стал олимпийский чемпион по фигурному катанию Дмитрий Соловьев. Иногда бывают руки опускаются. Не все у меня, мягко говоря, получается на льду. Нелегко дается. Но я готова бороться дальше, когда вижу вашу поддержку. Поблагодарила артистка своих подписчиков в Instagram. Спасибо, что досмотрел видео до конца. И если оно показалось тебе интересным, то не забудь подписаться на канал и поставить лайк. А еще обязательно переходи вот по этой ссылке. Там еще много чего интересного для тебя. Друг, не забудь подписаться на канал. Я старался для вас.